Привет, с вами Крошеты Гейм. Воу, всем привет, Аринка, что мы сегодня играем? Roblox? Adopt Me, сегодня мы будем трейдить вот этот, сейчас вам покажу, раз, два, три, вот этот весь инвентарь. Ничего себе, ну что такие нормальные зачетные пэты. Да. Давай, короче, с кого первого начнем, Крош? Так, давайте вот это, так, и давайте... С дракона? Нет, не совсем. Кто это хочет? Ну, да, а ну-ка, что он задаст за дракона? Это очень мало. Да ну бычок, да, бычков, я помню, было много. Бычков много, но он умирает, ну... Тоже неплохо, ну, да, неплохо, но за дракона маловато. За дракона маловато. Так, давайте попробуем на просто фурию для нас третье. Поэтому нам надо кому-то другому. Так, давайте вот этой девочке. Ой, вот это, к сожалению, мало, извини, потому что у меня таких лев-стражев 5. Ну, а это... ну, это тоже очень мало, поэтому не соглашаюсь. Так. Кому-то вот лизун какой-то из девочка. Так. Трейдим. Ну это нормально? Мало. Нет, панда. Это очень мало. Ее сейчас везде можно. Ну, напиши еще. Андрей... Да, добавь еще. Добавь. Напиши. Добавь. Пишем. Добавить. Все. Ну, она отменила, но это и был и нечестный трейд. Ну, я думаю, она поняла намек. Да. Так. Так, потом. Давайте вот этой. Нет. Ну, это пока здесь никого такого прям уж и крутого нету. О, мы ж забыли. То, что здесь еще есть люди, мы забыли. Смотрите, так, давайте здесь трейдить. Так, угу. Что мы забыли? Какие люди? Само да смотри, забыли. Смотри, да, я забыла то, что в этом кругу есть люди, не только ж там. А, вот этого, потому что и здесь есть люди, и там есть люди. Боженька, это ну, да, больше... это понятно. Ну да, понятно, да. Ну ты прикалываешь. Да, люди, звери, все тут есть. Все трейдятся, все хорошо. Прикольно трейдятся. Крош, это, а ну, тест на доверие. Кстати, за тест за доверие, ребят, это не верьте. Это не верьте. Обещайте, пожалуйста, что не будете трейдиться. И вот это тест на доверие делать. И просто, ну это обман. Это чистый развод и кидалово. Не ведитесь на это. Это или если ведитесь, то с вашей стороны, типа, давай сначала ты, а потом я. И вы всегда услышите ответ, нет, так не, я так не хочу, давай ты сначала. Значит, это обман 100%. Крош, так. Ну что там, давай следующий трейдик. Давай, вот я даю девочке, она не понимает. Вот, какая-то девочка с ребенком. Так, а, вот она, положила трейд. Так, давайте напишем этот. Лев стоит 500 рубаксов, а этого уже не достать, поэтому попросим добавить его. Я бы хотела, чтобы она мне добавила даймонд, ну, диамантового единорога. Так напиши тогда, откуда она знает, есть такой или нет, Крош, правильно? Ой. Это Диамонд. Юникор. Флай Райд Юникорн. Все, добавили. Таки посмотрим, она мне добавит. Это обычная единорожка. Все, я согласна, ребята. Я не знаю, как вы, но я согласна. Я очень хочу вот эту единорожку. Я не знаю, это честный трейд или нет, но я хочу попробовать затрейдить вот этого древнего дракона. А, она пишет добавь. Добавь что-то. Ну, давай добавим Starfish. Так. Ну, я как бы согласна. Она согласна. Обалдеть, я так рада. Крош, это давай. Лев Страж, Fly Ride. Чтобы не передумала. И Диамант Юникорн Fly Ride. Можно ездить, можно летать. Я считаю, это неплохой трейд. Это неплохой трейд. Да.
он Райт и Райт, и это Флайера и Флай... Флай... Флайер и Райтера. Обалдеть! Чё, прикольно. А давай покатаемся на этом, на единорожке, на льве. Покажи смотрите, его. Смотрите, какой милашка, боже! Прикольно. Ну, единорожки всегда будут в тренде, да, Краш? Ну, конечно, он может иногда выходить. Ой, ты какой из... самолет классный, кукурузник, покажи, да? Покажи, покажи. Этот? Да. А, да, прикольный. Так, ну, как бы, мы затрейдились, давайте посмотрим. Я вот это вот дракончика... А, льва, давай на льва покажи, Крош. А вот лев. И как раз-то мы таких, нам еще надо 4 льва, чтобы сделать неон. Он, кстати, полностью прокачанный. То есть нам будет легче прокачивать и делать неонку, ребята. Ну что, прикольный трейд, давай идем в сторону дома, Крош. А, да, но давайте сейчас попробуем, просто посмотрим, я не буду трейдить, просто посмотрим, что дадут за вот такого вот единорожку. Давайте просто посмотрим. Окей. Так. Давай вот этого дракона. Да, это я бы хотел этого дракона. Ты поменял, махнул бы единорожку на этого вот дракона. Угу. Так, давайте напишем. Тест на доверие, ай, смешная, давай, соглашайся, соглашайся. Пожалуйста, согласись. Но он круче, дракон круче, чем единорожка? Да, вроде круче. Это, а ну покажи, это редкий, да? А ну, давай, давай. Дай и получи это. Что, дай, что тебе дать? А ну, тогда ничего не надо. Тест на доверие. А-ха-ха. Конечно. Ну, ребята, не ведитесь на это обман. Ну, а с вами был Crochet Day Game. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока. И не пропускайте наше новое видео. Давайте будем все почаще вот так вот хорошо трейдиться и снимать это на видео. А вы поставьте лайки. Ваша обязанность это поставить лайк и подписаться на канал. Всем выгодных трейдов. Пока-пока. Пока-пока.